Всем привет! Вот это начало! Со старта попали в настоящий замес. И да, вы не ошиблись, сегодня мы играем в Warmade. Жду весеннее обновление в игре. Хочу новых ярких скинов. На данный момент имеем, что имеем. Вы только посмотрите, сколько здесь нас таких, которые разъелись на дармовых вкусняшках. Пора уходить из самого центра, иначе возьмут в кольцо и прижмут. А я для себя еще не сделал достаточно свободного места. Вот потолкаемся, пободаемся немножко с соседями, места станет больше, тогда пускай и окружают. Ребята, очень интересует такой вопрос, какая у вас на данный момент погода? Как по мне, весной даже не пахнет. Привет, брательник, какая встреча? Ну, в смысле, головные уборы у нас одинаковые. А вот теперь поиграем. Так просто от меня не отделаешься. Жаль, в такой узкий проход пройти я не смогу. Чей хвост? Хвост какого-то крупного червяка. Я ищу вкусняшки непонятно где, а они находятся рядом со мной. Ну же, кто первый и кто больше скушает? Да, немного не успел проскочить. Красный влез туда, куда его не просили. И снова соревнование, кто первый и кто больше скушает. В этот раз у соперника была серьезная фора. Далее рисковать не буду, тем более, что нет нужного бустера. И правильно, что не рисковал. Только успевай собирать вкусняшки. Мелкие появляются, едва успеваю замечать. А это был наш хвост. Отлично, и бустер у нас классный. А вот по количеству съеденных вкусняшек я не очень преуспел. Пора выбираться в обратном направлении. Ребята, все никак не могу войти в топ-10. Здесь пройти успели, и все получилось на отлично. А теперь осталось найти свой хвост.
сожалению, к нему пробраться я не смогу. У кого-то заканчивается хвост. Занимаем его место. Внутрь кольца никого нельзя пускать. Очень много мелких, и они могут подсунуть большую свинью. Даже и не знаю, что делать, куда двигаться, в каком направлении. И здесь в кольцо взять никого не получится. Жаль, конечно, но сопернику только что повезло. Закрылся от моей атаки. Хотя бы кого-то лобнул. Просто последние минуты был какой-то сплошной застой. И снова не хватило, чтобы войти в топ-10. Погнали, попытаемся обойти с другой стороны. Вот же мелкий. А вот такой подставы я не ожидал. Придется заканчивать на не самом удачном моменте. Ребята, пока и до новых встреч.